чистое словесное молоко. Дабы от него возрасти вам на спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Присыпаю к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному и драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, дабы приносить благоприятные Богу жертвы Иисусом Христом. Сказано в Писании: вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, на который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, на который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Будьте же все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбный, смиренно мудрый. Не воздавайте ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, да удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли.